бизнес, проблемы его обсуждаем сегодня в нашей программе. И прямо сейчас мы обратимся к нашему эксперту Вадиму, который с нами на связи. Доброе утро! Да это смешно! Ну смешно, ей-богу! Не знаю! Я еще в прошлом году знал, что будет этот год. Мы пока вот так глазами моргать будем, доллар уже будет там 7, да какой 7, 8, а то и 9 килограмм рублей. Понимаете? А деньги-то они вот у нас под ногами. Только в Питере люди сидят на удаленке дома, порно снимают, которые не облагаются налогом. А потом где? А нигде. Вот как бы по отдельности все очень понятно, но в целом не ясно, что делать. Ну вот вы вопрос неправильно задаете, что предлагать. Надо спросить, когда? Когда? А я вам отвечу, когда. Да всегда. Вот в чем Петрушка. Кстати, вот Петрушка, да? Петрушка. Это и пучок травы, и кукла жопой на руку надетая. И то малый бизнес. Вадим, да. Про Петрушку я примерно поняла. Какие меры вы предлагаете принять? Ну вот опять некорректный вопрос. Ну какие меры принять? Надо спросить откуда. Вот вы спросите откуда. Как откуда? А я вам расскажу откуда. Да отовсюду. Взяли этот маленький бизнес, вот в свои руки, потеребили и подняли. Вот и все. А вы сидите, у вас руки есть? Есть, слава богу. Значит, теребите, ну вы же теребите, ну. Вадим, первый раз за 20 лет я с таким удовольствием хочу вам сказать, идите в жопу. Да, вот так и сказать им, и пускай выполняют, потом доложат. В жопу иди, в жопу!